У всех онлайн-мастер-классов я сплю. Причина — эзотерика или здоровье. Последний раз участвовал в проекторе. Особенность заключается в том, что человек может получать энергетику или информацию с открытыми глазами через элемент анализа. А если он спит, то напрямую. Таким образом, если человек спит во время того, когда кто-то с ним работает, то эффект происходит мгновенно. Также хорошо, что вы сказали, если это происходит во время каких-либо обрядов, вот что нужно сделать. Необходимо представить, будто в груди у вас находится зеркало, которое имеет две стороны, переднюю часть и заднюю, и вы должны это зеркало перевернуть, то есть развернуть. То есть оно вот так стоит, а вам надо его вот так поставить. Вообще эта техника, когда человек, допустим, в школе засыпает или не может что-либо запомнить, плохие отношения, обижаетесь, как можно это все убрать? На уровне груди представляем зеркало, обижаетесь на человека, хотите быстро перестать обижаться, повернули зеркало и протерли его бумажечкой, чтобы оно было чистое. Не можете запомнить? Засыпаете, повернули в голове такую штучку, очень переживаете по поводу денег, что денег не хватает, у вас там не получается продавать, представили зеркало в животе и развернули его. Не забудьте после этого его вытереть бумажечкой, делать это можно только один раз на протяжении дня, и вытирать бумажкой необходимо на протяжении дня, когда вспомните, то есть там 5-10 раз. Вот та пыль, которая образуется или вот... Тот изморозь или вспотевшая область, которая появляется на зеркале, это является той проблемой или тем паттерном, который мешает вам нормально жить. Вытирая же это, даже визуально или даже представляя, как вы вытираете, вы решаете в настоящем времени, в настоящей жизни свои жизненные вопросы. Скажите, стоит ли ехать осенью в Германию или лучше остаться в Украине? Остаться в Украине лучше.